Пришел новый тренер, и как вот у тебя что внутри? Ну, наверное, от этого я чуть-чуть отреагировался, от этих мыслей, вот, поэтому новый тренер, новое видение у тренерского штаба, поэтому сейчас мы тренируемся, а дальше посмотрим. Новое видение на что? Ну, я имею в виду тренерский штаб, просто новый. И у него новое видение на состав новый, может быть. Это Урбанчик сегодня был на стадионе. Сейчас у вас новый тренер с вратарями. В чем разница? Ну, в чем разница, наверное, сейчас Луис больше, наверное, через мяч все делаем. Вот. С Максом была такая подготовка больше, наверное, физическая. Вот. Ну, так, в принципе, они все с категории про, вот, поэтому они большие профессионалы. Конечно, дальше будет интереснее еще их смотреть. Ярослав Кулемин нам рассказал, что на тренировках в полном порядке, прям супер вообще. Обманывает? Дрова полные. Шучу. Да вот в связи с этим, болельщикам скажи, ты остаешься? Ну, посмотрим, я не могу это сказать с точностью. То есть до сентября еще время есть, все может быть? Конечно.